А зараз вже радий представити гостей, які сидять на ефірі. Ви вже їх бачите, але ще не знаєте, хто це. Євген Рубченко, музикант, Анастасія Матвієнко, солістка, та Жевнер Віктор, організатор заходу, який відбудеться в Миколаєві, і про який сьогодні йтиме мова. Отож, дозвольте мені відразу до вас, Вікторе, звернутися про цей захід. Розповісти можете нашим глядачам, що, як, коли, де відбуватиметься, та кого ви запрошуєте і чекаєте? На русском языке. Да, звичайно. Сегодня будет 18:00 в Каштановом сквере. Будет такой поэтический музыкальный захід. Это будут поэты и две наши рок-группы, которые выставляют как бы рок-хата, вот, для культурного проведения такого вечера. Пятницы, конец рабочей недели, чтобы люди посмотрели, оценили, отдохнули все. Могут проходить, потанцевать рок-н-ролл, будут играть, послушать стихи хорошие. Вот такой заход культурный. Вообще, что, скажем так, стало причиной для организации этого мероприятия? Что, как бы, что вас вдохновляло? Ну, экономический кризис, война, вот это все уже людям надоело. Это. И, конечно, хочется, чтобы культура какая-то была, чтобы не просто ходили по улицам, нечем не заняты были. Хоть какое-то мероприятие проводились, бесплатное при том в городе. Потому что кризисная ситуация, и не все деньги могут заплатить, когда кто-то приезжает, какие-то группы. А у нас в Николаеве очень много талантливых ребят, молодых, которые могут все это делать. Как я понял, все-таки акцент делали на молодежи, для молодежи, вот по сути, и будет Ну происходить это мероприятие или нет? почему? Рок-музыка, рок-н-ролл это не только для молодежи. Все возрасты приходят. То есть зовете к себе абсолютно всех, и молодежь, и более зрелых Ну вот, ценителей. Евгений знает, что в рок-хату приходят разных возрастов. Да, абсолютно. Там роли не играют, сколько тебе лет, 18 или 60 лет. Если человек любит музыку, Все в зоне рок-н-ролл, да, комфорта, да? блюз, это все приходят. Вот, кстати, хотел бы спросить, почему все-таки не в рок-хате происходит это мероприятие, а решили все-таки на советскую перенести? Больше пространства или что причина? Все-таки больше пространства и действительно как бы внести какую-то культуру в массы. Вот. Тем более как бы, поэты, они постоянно как бы где-то собираются в закрытых помещениях. Единственное, там недавно был, конечно, фестиваль один из там литературных вечеров. Почему бы это не сделать действительно как бы в центре города? Вот. Многие даже не знают об этом, о том, что у нас есть литературные вечера, там мало кто знает, что сколько у нас групп есть в городе. То есть как бы так. Почему бы и нет? Вообще по времени, насколько планируете программу и что туда вот как бы будет соединение музыки и поэтов, то есть которые будут читать свои собственные стихи? Да, будет соединение музыкантов и поэтов. Как-то постараемся это сделать, конечно, очень культурно, массово, чтобы это было интересно. Ну, как бы первый эксперимент, посмотрим, как оно будет. Да. Это на 4 часа рассчитано. Ну, по 1,5 часа Ну, на с перерывом, группы, да, естественно, да, как же. и час где-то поэты. Ну, там будут читать стихи не только собственные, там как будут И и декламаторы свои тоже будут, да, и чужие стихи тоже будут. Маяковского, Бунина стихи будут читать. То есть классика тоже Есенина, да. прозвучит, и классику вы тоже несете в массы. Да, А, ну почему обязательно. нет? Это же Как, классика, не только как литературно, но и музыкально. многим Почему? интересно, многие не знают стихи, что есть там. Ну, вот, допустим, сегодня будет играть группа White Sun, и там будет очень много рок-н-ролльной классической музыки. Ну, это уже, как, ну, в принципе, в наше время уже Ну можно да. назвать классическая музыка. Это музыка 60-х и 50-х. Они как раз тоже будут ее играть. Ну, очень интересно будет, на самом-то деле. А вы музыканты в основном, и как вообще связь появилась с литераторами? Почему такое решение было и сюда литераторов еще подключить? Ну, как вам сказать, у нас, точнее не у нас, а Виктора Владимировича, а в Рукхате постоянно происходили литературные вечера, вот, там, вот по определенным дням.
Естественно, как бы тоже интересно, приходил, слушал и как-то. А почему? Объединились, Да, нашли общую объединились просто тему, на и общую все. тему. Тем более сам Ну, вот тема Виктор Владимирович крутая. предложил это. Почему бы, слушали, не взять вас, музыкантов, и вот литератора, вот вместе вот этот собрать? Вот, было бы же интересно. Как-то по-новому. Посидели, подумали, да, почему. Интересно, давайте сделаем, Ну, давайте. вместе мы это общаемся, Рахату проходит, общаемся вместе, все. А мероприятий никаких совместно не делаем. Вот решили первое такое сделать мероприятие. А проблемы никакие не возникали? Это все-таки в Каштановом сквере нужно делать и заявку, как бы, и на подключение. Ну, таких особенно проблем нет. Просто заявку делать, разрешение это все брать. А таких особенно проблем нет. А еще вопрос такой, вообще реален ли экспромт? Например, если кто-то из литераторов придет, будет идти, например, рядом и захочет тоже свои какие-то стихи Ну, по прочесть. сценарию у нас там немножко есть свободного микрофона, как бы кто-то захочет почитать свои стихи, придет. Без проблем Пожалуйста, тоже, без да? проблем, да. Поэтому я хочу сейчас еще раз акцентировать внимание наших телезрителей на том, что в 18:00 в Каштановом сквере сегодня на всех николаевцев ожидает вот такое яркое мероприятие. Это соединение музыки и поэтов, которые будут читать свои стихи. Кстати, не будет ли экспериментов под аккомпанемент чтения стихов? Будет тоже, да? Будут, да. Вообще, что ожидать? Возможно, какие-то сюрпризы, экспромты, что вот... Ну, оно как бы должно само по себе показать. Мы планируем, но не в таком строгом планировании. Кто-то там может и спеть. То есть, скажем так, свобода творчества будет присутствовать на этом мероприятии. А Да, я ну это сейчас... культурное мероприятие, в культурном плане это никакой крамолы нету, политики тоже, ничего. Обыкновенное культурное мероприятие. Отож, ми повернулися до нашого прямого ефіру. Ось такий запальний відгайданий кліп та музика. А ми продовжуємо розмову. Я нагадую для тих, хто щойно долучився до нашого ефіру, що у нас Євген Рубченко, музикант, Анастасія Матвієнко, солістка, та Жевнер Віктор, організатор цих заходів, про які ми говоримо. Це сьогодні о 18-й годині в Каштановому сквері відбудеться літературно-музичний вечір, скажімо так, тому що дійсно це вже буде вечір, де можете послухати якісну музику, якісну поезію у виконанні наших миколаївських авторів та музикантів. Отож, продовжуємо розмову на цю тему. Я хотів би до Анастасії звернутися, тому що вона так скромно спостерігає за тим, як чоловіки відповідають на запитання, щось розповідають. А як взагалі ти потрапила до цієї когорти музикальної? Як давно займаєшся співом? Ой, ну, пением занимаюсь достаточно давно, можно сказать, с детства, но не профессионально, конечно. Это буквально уже 4 Ну, года как в не колледже, профессионально? да, Как не учились. профессионально, все-таки в Ну да. хоре Фоминых. Пою в хоре Фоминых, да, уже 3 года. Ну, в группу попала тоже, в общем-то, спасибо хору. У нас была девушка на 4-м курсе, Валя Копыченко, она также пела «My Way» до меня. И когда она покидала группу, она меня позвала вместо себя петь. То есть, там, ей Такой челлендж понравилось, да, и получился. она так позвала меня. Ну, тобто, скажімо так, привела тебе Валентина. До речі, Валентина зараз навчається на тому ж потоці, що і я, тобі знайомі також. Отож, хотілося б іще запитати про заходи, які плануєте ви іще. Що наразі це сьогодні о 18-й годині відбудеться цей захід. Які плани на майбутнє є ще? На майбутнє там багато планів. Поки ми ще так не вирішили окончательно. Когда будет решение какое-то, мы обсуждаем коллективно все это и потом принимаем решение проводить. То есть, скажем так, Подготовиться надо, это, чтобы да, серьезно было все. Это мероприятие, если оно пройдет с успехом, будет не последним. Нет. То есть это Нет, планируете нет. все-таки, скажем так, если в зимний, осенний, весенний период вы проводите в рок-хате, потому что, ну, как бы, Да, прохладно. то это Летом будет на улице. летом на улице, да. Еще хотелось бы спросить о фестивале, о детском рок-фестивале. Уже будет подводиться итоги скоро, да? Это будут 27 числа подводиться итоги, там призы вручаться детям, кто... И все.
Это будет происходить 27 числа на территории... На территории сказки в 17.00. Поэтому, если у вас есть желание, а я думаю, желание возникнет 100%, приходите в детский городок «Сказка» в 17.00 27 июня и посмотрите на закрытие этого детского рок-фестиваля. Кстати, хотелось еще спросить, коллективы, которые принимали участие, какие это формы чаще всего? Это рок-музыка. Ну, они выступают там с дуэтами? Они, солисты. Группа выступает, и дуэт, и... вокал. То есть в основном это дуэты, да? Да. Я сейчас предлагаю нам послушать еще один дуэт в составе вокалиста и музыканта, поэтому, дорогие телезрители, садитесь поудобнее, мы тоже поудобнее и слушаем, наслаждаемся качественной музыкой. Начинаем. Браво звучить у нашій студії від абсолютно усіх, хто слухав, і дякуємо вам за такий без панорам. Так, дякуємо вам за такий позитив зранку. Ось так завершується друга година нашого прямого ефіру. Я нагадую, що в нас в ефірі був Євген Рубченко та Анастасія Матвієнка, які виконують цю прекрасну пісню, а також Жернар Віктор, організатор заходів, які будуть відбуватися та відбуваються в нашому місті. Отож, дякую вам за те, що звітали сьогодні зранку, підняли нам настрій та нашим телеглядачам.